минут, а ты что, молодой, как черепаха? Быстро, ну! За мной, по одному, в темпе! Не спать! Еще, еще! Ну, что, устал, солдат, да? Давай, давай, давай! Быстрее, давай, давай! Давай! Так, мужики, шире, 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 шире рассыпайся, собак. Собаки, они далеко, запах чужака чуют. Опеньки. Ну что, голыми все закрыли. Устали. Ну ладно, передохнем. Минуты 3-4. И по новой. Куда по новой-то, командир? И так с утра пластаемся. Ты совесть-то поимей. Ты про совесть-то это потом охранником загибать будешь. Мы с ним в диверсанты готовимся. Ну? Как говорится, тяжело в учении, легко где? В бою. Продолжим. Мужики, запомните эту минуту. Сейчас вы вступаете на путь настоящего рыбака. Эх, если тяжело в учении и дыхалке, будешь кайф ловить ты на рыбалке. Кто сказал? Суворов. Неправильно. Я. Чего такое было-то? Да это дачники, мать их. Поназагородили тут. Вот и приходится каждый выходной к озеру с боями пробиваться. А ничего не поделаешь. Земля-то частная. Проход запрещен. Сурово. Ну теперь-то все. Ну, теперь, кажется, все. Озеро, слава богу, не продается. Народное, так сказать, богатство. Ну, мужики, пошли. А где же озеро, Михалыч? Ё-моё. Эй, ребятки, эй, помогите мне отсюда выбраться. Я вчера приехал рыбки половить. А что же это, отец? А где озеро-то? Продали, что ли? Да его продавать нельзя. А вот насчет, чтобы увозить в известном направлении. Так ничего сказано не было. Вот его на Зорьке и того. Да и давай. Порыбачили.